Отныне в Горисе иранские грузовики будут проходить через пропускной пункт Азербайджана. Как передает Ахарас, об этом заявил вице-мэр города Горис Каро Качарян. По его словам, правительство Азербайджана завершило строительство пропускного пункта. И в настоящее время у пункта скопилось большое количество грузовых автомобилей, прибывших из Ирана. Вице-мэр также отметил, что власти Азербайджана начали строительство автомобильной заправочной станции. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.